Здравствуйте. Раз, два, три. С вами Казуку Фэмили. Короче, не знаю, в прошлый раз у меня на этом моменте... Ну, не на этом моменте, игра где-то подвисла. И нам проходить все, блять, по новой. Всем приятного просмотра, с вами Казуку Фэмили. Не забывайте про лайки, про колокольчик. А мы... Чего, блять? А мы продолжим. Это звук. Хуйней страдает. Это, знаете, как жизнь кого-то покидает. Музыка идет такая, туннель в конце. Блять, свет в конце туннеля, ребят. Извиняюсь. Вот. Блин, многие, знаете, задаются вопросом, а чё у тебя камеры нет? Я, короче, хотел сделать одну фигню с камерой. Но у меня такие дикие тормоза начнутся из-за телефона подключить как вебку. То есть нужно вебку покупать, а дешевую вебку нет смысла брать. Нужно, короче, донаты. А у меня нет пока возможности. Да даже нет, дело не в том, что возможности нет. У меня пока что все не очень хорошо с каналом. Что-то, блядь. Выходи, подлый труп. Не сюда, да? Ладно. А куда? Сюды? Или не сюды? Подожди. Кто в доме живет, мать твою? Что за звук, блядь? Это что, начало уровня? Блядь! Мы пришли на начало уровня, да и пить колотить, а? Японский треугольник, а? Да сдохни ты, скеледрон. Так, подожди, а куда тогда топать? Чё, блядь? Сюды? Или подожди? Нет, не сюды. Наверное, сюды. Стоп. Или туды. Что это за... Я хочу признаться. В жизни есть ходы. Аж... Эшхамане? Куда мы топаем, а? В смысле? Чё, блядь? Чё за... Что за бермудский треугольник? Я не пойму, а куда нам идти? Ты знаешь дорогу, Шайтан, а? Шайтан! Дорогу нам подсказать? Воу! Да пошёл ты на хутор! На хутор! Куда? Я не то что не помню, тут просто локации настолько... идиотские, что тут нужно... Чего, блядь? Серьезно? Да. То есть, ради Кати, да? Я не знаю, знаете, вот у меня первое имя пришло такое, типа, прикол, ради Кати. Но никаких Кать я не знаю. Знать не хочу. Так, подожди. Так, это если что, никаких намеков не было, что у меня там с Катями были какие-то проблемы. Слава богу. Хотя... Вряд ли. Да блин, да что за нахер, а? Куда топать? Я по кругу иду, мазафака. Чё за прикол? Ведь реально уже не смешно. Типа... Японские козлы, а? То японский круг, то теперь японские козлы, а? Куда? Вот куда мы двигаемся, скажите, пожалуйста. А? Мы тут пробили... Крыш хамана.
Хорошо, если крючком мы пробили, то можно сюда. Чё за... Стоп. Подожди-ка, а если... Вот эта дырка что-то значит, нет? Нет. Да блин, ну что за фигня, мы же первый раз, получилось, нормально. Это ты во всем виноват, это ты во всем виноват. Ты должен мне путь показывать, сучка. Я реально сейчас по кругу идти буду, да? Наконец-то, это та дверь была, блядь. Я сначала думал, что это не та дверь, сука. Я не знаю, почему я сегодня такой злой. Скорее всего, из-за того, что меня одна игра разочаровала. Да. Игры, игры не приносят счастья нам. И когда-то независимо, братва, скажет нам, что можно быть всегда собой. Иногда. Ты не сам по себе, ты свой. Та-ра-ра. Тири-тири-тири-тири. Наконец-то, блядь, загрузка. Да, я хочу... Блядь. Отъебись. Отъебись, я кому сказал. Плохой зомби, блядь. Короче, я надеюсь, нам не придется. Блять, а чё всё так тормозит, да? Чё, блять, всё так тормозит? Игра, отвисни, блять, на радуге зависни, а? Тут иногда такие звуки, будто, блять, это... Кто-то чпокается. Сам с собой. Возможно. Так, подожди. Закрытая дверь, вот вопрос. Чем открывать закрытую, блядь, дверь? У нас масленка. Но масленка сюда не подойдет. Почему? Не знаю. И здесь. Масленка не подходит. Масленка хуйня. Наверное. Да. Вот. Я не знаю, типа... Знаете, вот, типа, многие шутят, ютуберы, да, Куплинов и так далее. То есть, понимаете, типа, знаете, вот, стереотипы какие пошли? Если ты не Куплинов, значит, хуй моржовый, да? Ну, типа, блин, ребят, ну, у каждого свой стиль прохождения. То есть, ты приходишь, чувак либо молчит, либо не шутит, либо тупые шутки говорит. А я из тех, кто... Что в голову придет, ну, то я и скажу. Шутка придет, шутка. Глупость придет, глупость. Никто не идеален, как говорил этот Петров. Какой Петров, думайте сами. Да-да-да. Да пошел ты! Слушай, сколько в тебя, сука, стрелять? Ты, гнида под забором. У тебя есть что-нибудь, сучка? А? А? Мазафака, а? Господи, какой противный звук. Ты кто? А, этот. Это этот, скажу, шахтер. Шахтер с мозгами. Шахтер с мозгами, слушайте, реально шутка. Шахтер мозговой шахтер. Ой. Можно сзади пристроиться, нет? У тебя просто такая милая задница для шахтера, да? Так, подожди. Вот для чего эти знаки?
186 90, да? Закрытые ворота, их смазать тоже нельзя, да? Интересный поворот. А тут сколько? 118-53, что ли, или что? 18-53, что это? Код от сейфа, что ли, 18-53? А тут куда двери ведут? Вау! А чё тут? Пошёл ты нафиг! Я не пойму, тут что держат этим, что ли, такое? За ключом? Опять за три последние. Да что за... Так, что это? Совершенно верно. Но это не 2×2=4, да? Блять, я не знаю, что делать. Вот мне порой кажется, что я в этой игре не понимаю смысл задумки. Что хотели донести разработчики? Патроны на патроны. Это понятно. Картина Маслова не ждали. Так, подожди. Ну да, давайте кучу загрузок сделаем, да? Также намного круче. Намного веселее. Вообще, капец. Куча загрузок. Грузки-загрузки, ё-моё, почему же так бывает, когда в жизни есть косяк, потому что в жизни этой не бывает, всё не так. Наконец-то он отгрузил. Так, чё мерцает? Я не пойму. Чё опять в этой игре всё через жопу мерцает? Так, ну это бармен. Барменов мы не трогаем. Бармены люди хорошие. Иногда. Единственный... Блять, везде закрытые двери. Ну что ты будешь делать, а? Ну что за дела, а, товарищи? Товарищи русские эсэсэровцы. Не работает, зашибись. Так. Второй этаж. Второй этаж. Конечно, он не наш, да? Так. Сейчас, секунду. Иди сюда. Здорово. Убирайся отсюда. Не хочу ни с кем разговаривать. Чё? Ты чё себе ментальную защиту поставил? Вы посмотрите. Пули не проходят. Через этого... Гляньте, пули в текстуры. Гляньте. Ну что это такое? Я не пойму, кто защищает? Защитный механизм, он просто типа гнал на меня что-то, я хотел это, наказать его. Типа, Вась, ты чё? Ты с кем разговариваешь вообще, а? Типа такой наглый бармен, нет бы налить мне там водочки, там все дела, там... Пацан Тре, давай разбить. Чё? А, мы всё достали, да? Так, подожди.
Если мы все достали, блин, ну только не говорите, что снова возвращаться в прошлую, сука, локацию. Нахрена вопрос, вот что делать? Я тут все практически обшмонал. Я сейчас приду, ребят. Так, я вернулся, народ. Так. Так, так, так. Блин, я не знаю, что тут делать. Вот реально. Мне даже амулет ему, что ли, показать или что? Подожди. А этот мужик вообще не хочет реагировать? Зря стрелял, да? Да. Блять, 20 минут, ё-моё. Уже за 20 минут мы успели тут это... застрять. Подожди, а... 200... Все, походу, тут защищено ментальной защитой какой-то, блядь. Сейчас, подожди. О, нет. Закрытая дверь, да ёлы-палы, а? Ну и куда нам идти, куда нам тро... О, подожди. Блядь, чё толку, вот реально. Какой толк от того, что мы сюда пришли, а? Бухнуть не дают, поговорить не дают. Этот напиток слишком слабый.
Пипец долгие загрузки нахер. Да. Вот и вопрос. А что делать? Что нам делать и переделать, да? Если двери все закрыты. Я осматриваю все. А это что такое? Подожди. Закрытые ворота. Я не могу их открыть. Что делать? Вот реально, что делать? Что делать? И как быть? Или не быть? 18:53. А это что такое? Что? И чё? Ну и что с вентилями делать, блядь, я не пойму. А, что-то от этого измениться должно, что ли, или чё? А? Или вентили все нужно? А чё толку? Какой я возьму кувшинчик-то? И вопрос, для фиг... нафига мне кувшинчик? Ой, господи, Блять, кувшинчик. Откуда ты, мальчик мой? Никогда не буду со мной. Так, подожди, а... Кто-то вот в той локации, а я не могу понять, где, что, когда. Стоп. То есть нам уже не дают вернуться вообще, да? Или дают? По-моему, не дают. Закрытые ворота. Это понятно. От слова совсем непонятно, да? Блин, по кругу ходим. Блять, везде закрытые двери. Блять, вот что делать? Я не пойму, вот что делать, когда игра не объясняет ни хера ничего. То есть ни карты, ни задания. Это консоль. Так, подожди. Вот что можно пропустить в игре 5-го года, что ты не знаешь, как тебе быть. Это единственный случай, когда у тебя нет желания проходить игру второй раз. То есть забыть и пройти. Камень с буквой L. А где мы его подобрали? Камень с буквой L. Куда нам сувать этот камень с буквой L? Мне было бы безразлично, если бы камень был с буквой P. Так. Откуда вы, бляха, отвали? Капец. Закрытые ворота, попасть нельзя. Прикольно, поздравляю, чего нельзя попасть, блин. Поздравители, блядь. Открытку пришлите, блядь.
Твою же мать. Блять, знаете, что самое интересное? Нету ебучего того самого восклицательного, блять, знака. Пустая бочка. Ну и чё? И чё это дало? Поздравляю. Ага, понятно. То есть ты мне сейчас хочешь сказать, что все эти бочки якобы пустые, да? Капец. Блин, неужели сейчас придется смотреть прохождение и думать, как прошли это другие люди, а? Я, конечно, могу, типа, оставить это все там на потом. Вот прикол. Где восклицательный знак? Где-нибудь, когда-нибудь будет этот гребаный восклицательный знак? Вот почему-то раньше, на первых уровнях, этот восклицательный знак был. А сейчас его, блядь, нету. Типа, блядь, догадывайся сам. Что тебе, блядь, нужно делать? Вот именно, что тебе нужно делать? Ни подсказок, везде закрытые двери, блядь. Что делать? По кругу бегать, блядь. Сейчас, подожди. Крысы. Бутылки. Картины. Ну, закрой вот это нахер, а. Ага, понятно, это бар. И чё, мне бармену букву L показать, что ли, или чё? Ну, давайте, чё, похер. Пляшем. Наконец-то он загрузил. Капец. Так, где букву L выбрать? Мне кажется, может реально что-то бармену предложить. Ты тут? Убирайся отсюда. Не хочу ни с кем разговаривать. Понятно. Было банально не понять, что... Что нихера, да? Так здесь даже с этими, по-моему, нельзя взаимодействовать. С картинами.
Никакими. Да твою же мать, а? Ну и чё нам делать? Везде, блядь, закрыто. Везде. О, мать моя женщина, ну что с игрой не так, а? Что я мог пропустить? Если в пещере я что-то пропустил, это будет полный капец. Это реально будет полный... Полная фиаско будет. Блин, я не знаю, я, наверное, если застряну, блин. Мне надо полностью смотреть Solution и конкретно делать все это. Поэтапно, наверное. Блин. Это просто вынос мозга. Эта игра выносит мозг. Я грёбаных полчаса пробегал эти вонючие уровни. Что делать? Можно в Google зайти, но он найдет видео прохождение 100%. Наверное, не будет текстового прохождения, я думаю. Я не люблю игры, где реально вот такая вот... Ну, вы поняли. Где полная ЖП? Классно у меня этот работает. Как его? Интернет выключен. Вот. На телефоне. Так. Ладно, а ну-ка, если еще раз попробовать. Поиск. Поиск, я сказал. Так. Да. А нет. Я ошибся. Все-таки есть. Лишь бы куча рекламы не было, блин. Это что? Так, так, так. Давайте зайдем в этот, в следующую локацию. Там какой-то ключ. Если мы, конечно, его найдем. Чего? А, блядь, назад возвращаться, серьезно? Да вы, блядь, шутите нахуй. Я уже с этими загрузками затрахался. Вот серьезно, затрахался, блядь.
Ну, хотя бы есть прохождение. Рады мы такому. Е-е-е. Е-е-е. Та-ра-да-та. Ту-ту-ту. Та-ра-да-та. Так. Так, там, короче... Блин, ё-моё. Какие же долгие загрузки. А вы еще не удивляетесь, что меня немножко в сон клонит. Просто до этого я еще там херней всякой занимался. Вот. И, короче, сел. И думал, что... Не буду зевать. Так, подожди. И чё? И чё с ними делать? Подожди, а как с ними взаимодействовать? Алло. Вы же мне не скажете, что тут скрипты не работают, а? Подожди-ка, блядь. А ну-ка, стоп. Прыгни, блядь. Какие? Подожди. Было сказано... Подожди. Может быть, с этой стороны? Булочки, булочки, булочки. Стоп. В правом бочонке. А как его открыть, блядь? Правый бочонок, да. Как открыть правый бочонок? Я не понял. А? Опа. Тайник. Опа. Опа, ля-ля-ля. Да я теперь этот... револьвер Винчестер, что ли? Возвращайся, блудный сын. Обретешь покой и мир. Не бывает. Так, а ключи мы теперь назад возвращаться, да? Подожди. Подвал бара. Дона Эскобара, да?
Блять, пока эти прогрузки закончатся, можно, блять, это успеть, не знаю, пойти кофе сделать. Но мне сейчас не до кофе. Так, подожди-ка. Ключи. Серьезно? Эти? Опа-на. А чё это за движуха? Опа, и чё у нас тут? Пульки и всё? Серьезно? Так, подожди, ты хочешь сказать, что... Или ты ничего не хочешь сказать? А, подожди. Так. Ага. Интересно, но... Вбитый топор. И чё? И чё мы сюда пришли, вопрос? Ради чего? Прочно вбитый топор. Подожди, в смысле? А, вот! Металлический крюк. Так, а куда возвращаться тогда получается? Блин, тут этого не хватает, какого? Фонаря. Фонарики нужны. Ну, блядь, это хоррор. Единственное, мне что не нравится в любых хоррорах. Закрытая дверь, да? Но я не имею в виду, что... Чего, блядь? Что? Блядь, ребята. Ты что, блядь? Подбухнуть. Чё? Вот самый кровой, да? Закрытая дверь. Серьезно? О! Это получается, мы эту дверь открыли? Сос? А, не показалось. Так. Подожди, в правую дверь. Вот это что? Ага. Так. Ага. Здесь сквозняк. Да ты... Слушай, ты такой предсказуемый, этот, как его, герой. Один из кирпичей держится слабо. Так херач. Один из кирпичей держится слабо. Какой из них? Блять. Что, Хогвартс, что ли, так, да? Я и думал. Там за стеной есть какое-то помещение. А я думал, как в Хогвартсе будет. В смысле, заходим. Как ты туда зайдешь, алё? И чё? Подожди. Как ты собираешься заходить туда? В смысле? Подожди. Ни хрена себе, Хогвартс, блядь. Реально Хогвартс напоминает. Пам-пам, пара-пам, пам-пам, парам. И все, зайдешь. Чего в смысле? Так. Че в конце там? Свернутый. Кажется, это довольно неплохая выпивка.
Да это же первосортный коньяк. Коньяк дело, коньячело. Так, подожди, а что там в этом? Дорогой сынок, если ты читаешь мое письмо, значит, меня уже нет в живых. Я сохранил для тебя несколько бутылок отличного коньяка. Открой одну из них и выпей за упокой моей души. Раз, раз, раз. Ай, шайтанам, раз. Ты что, теперь к этому бармену играешь, что ли? Так. А меня бесит эти звуки. Звуки счастья и печали. Так. Ладно. Стюардесса по имени Жанна. Вон он ангел зим. В смысле, блядь? Ну, пошли, чё. Убирайся отсюда. Не хочу ни с кем разговаривать. Слушай. Убирайся отсюда. Не хочу ни с кем разговаривать. Да подожди ты, я понял. Как я ему бутылку коньяка-то дам? Она ж типа закрыта. Ну? Ты, сукин сын, блядь, как тебе дать этот? Подожди, типа, может, штопор нужен? Подожди, шило? Это крюк, а где шило? Блин, насколько все запутано. Вот реально. О, кстати, а часть двери я открою отсюда, нет? Какие-нибудь двери тут откроются? Я думаю, нет. Серьезно? Да ёпарасы ты, а. Я что, еще должен этому гаду открывать эти, что ли?
Коньяки? Ну вообще логично, шило это ж, по-моему, как раз для того, чтобы коньяк открыть. Да ё-моё. А где я его пропустил? Как же можно от одной игры устать, а? Кошмар просто. Ё-моё. Ну пошлите искать эту херню. Где она, эта херня? Так. Где эта ссаная решетка была? Здесь? Ну, естественно. Так. Обычная шила. Правда, очень острая. Как ты заколебал, а, главный герой? Ну открой ты, блядь, этот коньяк. Давай, где он? Чё ты пиздишь? В смысле, а как комбинировать? Вопрос. Ты издеваешься? Подожди. А потом как выбрать этот? В смысле, нечем открыть? Хули ты пиздишь, алло? А как бутылку с коньяком открыть? Игра меня подстебать решила, что ли, да? Типа, держися, да? Подержись, блядь. А как? Это реально уже не смешно. Почему? Когда я пытаюсь сделать так, чтобы один элемент заработал, он не работает. Чё за бред? Ты же не хочешь сказать, что... Я бы уже устал думать. А где ключи? Все, я теми ключами все пооткрывал, что нахер, да? Нет. Ну ладно, и чё? Ворочно битый топорок. Вот такие вот дела. Ты не будешь. Вау. Ай, блин. Что ты меня разрывать начал, это? Парень. Да пошел ты нахер, а? Болеву. Да. Что, колодец осветить можно? Опа. Тасы, что ли? Ага. Ну понятно, в колодец он не нырнет. Может, там еще бутылочка была? Коньяка. Ну-ка еще раз посмотрим.
Блин, а реально, как взаимодействовать? Я что-то ни хера не пойму. Может, в руки надо шило взять? Подожди. А как скомбинировать? Да я понял, блядь. А как скомбинировать вопрос? Вот реально тупость. Вот ты сейчас не поймешь, как делать. Но тебе нужно это сделать. Вопрос, как? Как это сделать, твою же мать? Что делать-то, мать его, так за ногу? Что это за дискриминация? Полов. Тире-тире-тире-тире. Так, бармен ты, наш юный, алло. Убирайся отсюда, не хочу ни с кем разговаривать. Блять, я понимаю, но ты понимаешь, нам нужно с тобой повзаимодействовать, придурок. Может, на стол положить этот, блять, как его? Как? Как взаимодействовать с закрытой бутылкой коньяка? Ему, блядь, прям налить надо, типа, вот здорово, блядь, да? Подожди, стоп. Может, надо положить? Ну, в смысле не открыть? Ну, блядь. Мазафака, а? Отсюда съебаться можно как-нибудь, нет? Где ключи? Ключи бармена, блядь. Подожди, второй этаж, да? Ой, или первый этаж, подожди. Ну? Естественно. Закрытая дверь. Мне нужно ему как-то дать коньяк. Но я не знаю как. Ну что за дичь? Вот реально, что за ссаная дичь, а? Что? Тут же все закрыто нахер. Что ты пытаешься?
Ё-моё, а? Ну чё за херня? Вот реально, чё с тем барменом не так, а? Как тебе, бармен тупой, блядь, дать этот? Куда ему, блядь, налить, нахуй? Сюда тебе налить, дебил? Бутылка, блядь. Я бы сказал, блядь, буква П, блядь. В смысле, нечем открыть? А как ты ее, блядь, открывать собирался? Вопрос, как? Чем ты ее откроешь? Чего, блядь? Серьезно? Штопор мы проебали? А где штопор? Блять, я уже заебался. Полочки с бутылкой где? Это не полочки. О-о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 -
Откуда я знал, что искать грёбаный, сука, штопор? Грёбаный, блядь, штопор. Откуда я сдал? Наконец-то, блядь. Так, подожди. Нам нужно искать полки. Полки какие-то, блядь. Подожди. Серьезно? Серьезно? Пошёл ты нахер, коридор. Коридор. Коридор имеется в виду вот этот, что ли, коридор или какой? Вау. Подожди. Не этот, наверное, коридор. Стоп. А ну-ка, подожди-ка. Нахер пошел. А ну-ка. Пошел ты нахер, сука.
наконец-то, блять, штопор мы нашли, ёбаный в рот. Ну и сейчас-то коньяк-то открыть можно, блять, или как? Ну. Отлично, открытая бутылка с коньяком. Отлично, зашибись. И не прошло года, да? Как мы открыли эту херовину. Ну, блин, это сколько дверей пришлось открыть, чтобы это, сюда попасть. Это ж просто пиздец. Капец, игра запутана, я ебал. Реально запутана. Мега запутано. Просто. Наконец-то. Так. Да чё? Подожди-ка. Вот, выпей. Думаю, тебе станет лучше. И? И всё? На мой взгляд, коньяк был довольно вкусным. Да на твой взгляд, походу, все вкусное, блин. И не только коньяк. В смысле? Алло! Какие... Подожди, он ключи там оставил или что? Что дальше, бармен? Итак, тебе уже лучше? Да, нормально. А выглядишь ты неважно. А, пошел ты. Что ты понимаешь? Я тебе скажу, ничего ты не понимаешь. Я просто хотел помочь тебе. Знаешь, ты ведь единственный нормальный человек, которого я здесь нашел. Я потерял память. Прости, но я ничем не смогу помочь тебе. Разве что... А, ладно, забудь. Прости. Все в порядке. Что ты хотел сказать? Хотел сказать спасибо за выпивку. Я уже давно не пил такого хорошего коньяка. Мой отец когда-то привозил что-то подобное. Мир праху его. Он был хороший. Верю. Но ты хотел что-то сказать. Да, я подумал, что недалеко отсюда есть психиатрическая лечебница. При других обстоятельствах я бы с удовольствием проводил тебя туда, но как раз сейчас обстоятельства не такие. Я не понимаю. Иногда непонимание безопаснее. Выпей лучше со мной. Ты сказал, что знаешь местную лечебницу. Да, но сейчас не самое лучшее время, чтобы рассказывать о ней. А если бы я сказал тебе, что недавно сбежал оттуда? Я бы тебе не поверил, даже если на тебе не совсем обычная одежда. Меня не нужно бояться. Я пытаюсь понять, как я туда попал. Бояться? Мне?
Еще вчера я не знал значения этого слова, поверь мне. Но тебя я как раз не боюсь. Я боюсь того, что ждет меня там, за дверью. Так ты не знаешь, как ты попал туда? Я потерял память. Я могу вспомнить лишь обрывки из моей жизни. Возможно, я работал адвокатом. Если ты поможешь мне, я тебя никогда не забуду. Все это хорошо, конечно, но меня этим не купишь. Когда один из них убежал оттуда, они пришли за ним сюда. Придут и за тобой, рано или поздно. Потом они бросят тебя за решетку, и ты никогда больше не увидишь ничего дальше своей камеры. Поверь мне, эта лечебница не такая, как другие. Люди там умирают, а их тела испаряются. Так сказал мне могильщик. Он иногда заходит сюда выпить. Как он говорил, гробы, которые ему доставляли, всегда были пустыми. Я не знаю, что там происходит, но лучше убираться отсюда подальше, чем раньше, тем лучше. Директор лечебницы тоже замешан в этом? Доктор Браун? Не знаю. Да честно сказать, мне все равно. Тебе я бы тоже посоветовал не думать об этом. Как я уже сказал, не знать что-то часто оказывается безопаснее. Когда я нашел тебя, ты выглядел ужасно. Расскажи, что здесь произошло? Думаю, сначала я выпью этот коньяк. Его все равно осталось не так уж и много. Так ты расскажешь? Ох, ты настойчив как адвокат. Я бы уже давно выкинул тебя отсюда, если бы ты не принес выпивку. Да уж, если бы я ее не принес, ты бы так и сидел здесь. Да, ты чертовски упрям, правда? Еще бы, еще. Как хочешь. Мне плевать, что ты об этом подумаешь, но то, что я расскажу, абсолютная правда. Не знаю точно, когда это случилось. Может быть, несколько часов назад, а может и несколько дней. Я спустился в подвал. Там было темно, и у меня не было с собой свечи. Вдруг я наступил на тело. Господи, это было ужасно. Я подумал, что это могильщик. Иногда он ходил через подземный тоннель. Но это был не он. Тело было холодным. Но смерть не желала забирать его себе. Он пошел на меня, размахивая своими ужасными руками. А я закричал так, как не кричал никогда в жизни. Я схватил какую-то ржавую железяку и стал бить его, пока он не перестал шевелиться. Я не знаю, как я забрался наверх. Больше не спрашивай меня об этом. Я еще не сошел с ума, слышишь? Успокойся, я тебе верю. Со мной случилось то же самое. Наверное, снаружи их еще много. Я закрыл дверь. Никто не может войти сюда. Даже мертвецы. Хотелось бы верить. Кто был прежним владельцем бара? Мой отец. Упокой Господь его душу. А зачем тебе это? Коньяк, который ты пил. Да, хороший коньяк. Я знаю, где можно найти такой коньяк. Там его очень много. Зачем ты мне это говоришь? Потому что он весь твой. Я не понимаю. Коньяк ударил мне в голову. Я немного пьян. Это хорошо. Только не засыпай, слышишь? В комнате за стеной есть ящик, который твой отец оставил тебе в наследство. О чем ты говоришь? Этого не может быть. Оставь меня в покое. Мне нужно подумать немного. Все это так. Там кто-то есть. У нас проблема. Нужно выбираться отсюда. Постараемся уйти как можно быстрее и незаметнее. Слышишь? Вставай. Оставь меня в покое. В бутылке еще что-то осталось. Хочешь, я тебя тоже угощу? Нет. Если ты хочешь умереть здесь, пожалуйста. Подожди, я не хочу умирать. Зачем я должен умирать? Они идут сюда. Сам знаешь, о ком я говорю. В подвале их полно. Что? Опять? Я не хочу. Нужно быстро уходить отсюда. У меня был
Мотоцикл, он все еще где-то в гараже. Дай мне ключи, я пойду и найду его. Ты хочешь выйти отсюда? Да, так нужно. Я дам тебе ключ от двери. Но я не знаю, сможешь ли ты завести мотоцикл. У него нужно почистить свечи и поменять масло. Поторопись. Так, ну тогда дал ключи или как? Ага. Ну погнали, чё. Блин, какой долгий диалог, ну я офигею. Так, от этой двери. Опа. Сюда что ли? А, нафига сюда. Там тупики. Походу. Да ладно. Ты чё такой живучий, сука? Чё, зацикл это этот? Пошёл ты нахер! Сдохни, тварь! Да какого? Капец они живучие, ебать мой хрен. Так. О! Это эти патроны от этого, походу. Как его? Подожди, а как это? Здесь много масла, но я понятия не имею, как его перелить. Бочка закрыта. Где шило? Ой. Если я не потороплюсь, все масло выльется на пол. Так, здесь много машинного масла. Ну? И чё? Свечи очень грязные. Мне нужна какая-нибудь тряпка. Я удивлюсь, если двигатель вообще заведется. Свечи очень грязные. Мне нужна какая-нибудь тряпка. Я удивлюсь, если двигатель вообще заведется. Так. Так. Возле стола на полу. В смысле? А ну-ка. А, вот она. А вот и тряпка. С ее помощью можно почистить мотоцикл. Так. Допустим. Так. Мотоцикл был очень грязным, но я почистил все, что мог. Теперь свечи зажигания должны работать. Погнали. Что ж, этого должно хватить. Так. Мотоцикл в конце концов завелся, а я уже подумал, что придется идти пешком. Или тебя
летящий вдаль, беспечный ангел, и летящий вдаль. Вот она, загрузка, мана. А. Да, в принципе, где верфь, не так уж и много этого. Как же долго все грузит, а? Пипец, конечно. Так. Я так понимаю, что нашему мотоциклу пришел... Чего? Это ворот, походу, да? Почему у меня ощущение, что... И чё? Чёрт! Чудовище! И чё? И чё? Серьёзно? Игра, ты шутишь над нами? Нифига себе поворот. Я, блядь, просто в шоке от такого поворота. Ага. Так дико тормозит. Это ж просто какой-то пиздец. Чё она не оптимизирована, как залупа, а? FPS, блядь, так и при этом.
прилагивает, блядь. Это что такое, чемодан? Какого хера тут делает, блядь, чемодан? Чемодан, блядь. Так, подожди. Чё, серьезно? Какого хера? Алло. Ты меня что-то, блядь, прям двигать или куда? И чё, блядь? Да куча досок, в смысле, блядь. А как я его, блядь? Как я тебе, блядь, его подвину? Этот ящик, блядь. Да куча, блядь, досок. Мы взяли ключ, подожди. Ключ. Для пистолета. Нет, походу мы какой-то ключ не взяли. А где он, блядь? Где? Восклицательный знак. И чё? Блять, вот он что ли? Чё за дичь? Подожди. И чё? Блять, это нихера не весело. Чё делать, блять? Народ. Прямо автомобиль слева тоже. У доски объявлений, блять, где? Ключ. Он мне еще пригодится. Да ладно. Блять, ключ хер. Просыщу, честно. Давай. Заперто. Мне нужен ключ. Поздравляю. Большая часть инструментов исчезла. Здесь есть лишь электрический провод. Он может мне пригодиться. Да, повесится, блядь, электрический провод. Так. Ящик. А какой ящик двигать? Какой ящик, блядь, двигать? Вот этот ящик двигать, блядь? Серьезно? Серьезно, блядь? Да он как бы, блядь, и не двигается, сука. Логично подумать. Куда что двигать? Подожди. Подожди, а куда теперь двигать? До досок? В смысле? Подожди. Это получается, мы вот так, блядь, двинем. Тихо, блядь. Вот так двинем. Двинем кони. Ну. Тихо, блядь. Подожди. Хоп, ебать. Куда потом? Хоп. И провода перерезаны. Было ли это сделано намеренно? В любом случае мне придется починить их.
Это немного поможет мне. Для чего? Заходим в верфь. В какую верфь? Как я, блядь, на нее зайду, в эту верфь? По твоим, блядь, словам. А? Как я туда, блядь, зайду? Окей, окей. Сейчас зайдем. А, вот электрический щиток. Темно, хоть глаз выколи. Мне нужна распределительная коробка закрыта. Сначала нужно разобраться с замком. В смысле, блядь? Теперь свет включен. Это вот в этой комнате свет включен, блядь. Ага, понятно, выйти нам не дают. Так, и что это такое? Патронташу, да? Патроны, как говорится, лишними не бывают, да, ребят? Ага. Тип того. Так. Подожди, а что там внизу? Что, блин? Подожди, а почему мы забрались сюда? Серьезно, по мостику до маяка? Ух, ебать. А вот где маяк, это... Это вопрос. Так, подожди. Чё за... Ага. То есть нам нужно какие-то инструменты, чтобы с веревкой произвести это. Груз упадет и уничтожит лодку, только и всего. Нужно ли это? Груз упадет и уничтожит лодку, только и всего. Нужно ли это? Чувак, я не знаю, что нужно, но нам надо идти через этот мост. Вот этот. Место встречи изменить нельзя. Как говорится, да? Я что-то слышу. Звук просто ужасен. Думаю, мне не стоит туда идти. Чудовище! Они могут появиться здесь в любой момент. Ну, нам до маяка нужно идти, как бы, братан. Такова судьба приключенца. Хоп-ой. 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 Так. Ага. Маяк. Ладно. Маяк моей судьбы. Так, что там мы за... Мы переходим сделали.
Я надеюсь, да? Хуя себе, блядь. Нет, это уж слишком. Я не собираюсь обжигать себе руки. Плоскогубцы нужно как-нибудь охладить. Да. Охлади плоскогубцы, да? Серьезно, можно охладить этим, что ли? Это что такое? А, можно и так, что ли, обойти? Или нет? Анг, подожди-ка. Так. Где там эти, блядь, у нас? Нет, это уж слишком. Я не собираюсь обжигать себе руки. Плоскогубцы нужно как-нибудь охладить. Нет, это уж слишком. Я не собираюсь обжигать себе руки. Плоскогубцы нужно как-нибудь охладить. Нет, это уж слишком. А я не собираюсь что обжигать себе руки. Плоскогубцы нужно как-нибудь охладить. Ладно, короче, сейчас мозги, блядь, все заебут. Так. Значит, надо еще выше забираться, блядь. Раз. Так, подожди, что тут? Так, пошел ты нахер. Чечевичный монстр. Так, подожди. Еще? Пипец, блядь, длинный. Маячик, так, подожди. Жаль, что он весь в дырах, но я что-нибудь придумаю. Кто? Кто в дырах? Блин, может ты заберешься, нет? Как-нибудь, блядь. Блин, заберись. Заколебал. Что тут у тебя? Так. Фонарь в хорошем состоянии. Несколько капель масла, и маяк будет работать как новенький.
смысле? Подожди, а... Нет, это, конечно, прикольно, но вопрос в другом. Какого хрена? Пиздец. Понятно. Ха. Наверное, это масло для фонаря в маяке, построенным на потеху туристам и любителям поглазеть. Возьму его с собой. Оно мне пригодится. Я вылил масло. Можно оставить канистру здесь. Интересно, сработает ли? Сработает, чё? Теперь горит фонарик. Так. Это ему больше не пригодится. Что, ты взял или нет? Ключ смотрителя маяка. Так, ладно, спускаемся тогда. Было бы это еще легко сказано, спуститься. Ой, блин. А ладно, какая разница, лучше уж так спускаться. Ежели никак вообще. Так. Замок заржавел. Нужно попробовать сильнее повернуть ключ. Нет! У меня уже почти получилось. Что же теперь делать? Конечно, здесь слишком много дыр, но может быть этот тигель поможет мне охладить плоскогубцы? Плоскогубцы слишком горячие. Я могу обжечь руку. А...
Теперь они не будут такими горячими. Поздравляю, чё. Чё сказать. Может, теперь... Это было довольно легко. Ага. Если бы легко. Я возьму этот ящик с собой и открою позже. Нифига ты крутой. Целые ящики таскаешь. Так. Ага. Ха. А дальше чё? Верфь. А как там, куда там заходить верфь? Так, ну это маяк. Был маяк. Блин, опять переходы. Да ё-моё. А вот и враг. Так, а сколько мы там по времени? 110. Серьезно? Вот же беготня опять начнется. Да ёб просто. Так. Ладно, я думаю, на этом остановимся. Начнем в следующий раз. А всем спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили. Всем до скорого. Всем удачи. Всем пока-пока.